Вот так машины сегодня ездили по большим лужам после прошедшего дождя. Это район авиагородка и старой части города. А места скопления луж находятся возле асфальтированной дороги. Ливневок здесь, как во многих других районах города, нету. Поэтому устранение подтопления ложится на коммунальные службы. Примерно с 4 часов был обильные осадки в виде дождя. По откачке дождевых вод был задействовано около 40 водоскачивающей спецтехники. Кроме этого, были включены насосные станции, 5 насосных станций для выкачивания дождевых и талых вод. Кроме этого, у нас в городе имеется 60 километров ливневой канализации, по которым на постоянной основе проводятся работы по очистке. В городском отделе ЖКХ отметили, что работа по откачке воды продолжается. Спецтехника направлена в районы Булашак и Батыс-2. Тамирис Жумабаева, Сергей Калашников, программа «Факт».